Сегодня приготовим оригинальный пирог. Куриное филе мне нужно порезать на кубики небольшие. Мясо солим по вкусу, перчим, добавляю половину чайной ложки паприки сладкой, треть ложки чеснока сушеного. Чтобы мясо было нежнее, добавим чайную ложку соевого соуса. И растительное масло, приблизительно столовую ложку. Мясо хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться минут на 15. Одну небольшую луковицу и половину болгарского перца нарезаем кубиками. И шайбы ананаса я порезала вот на такие небольшие кусочки. Филе обжариваем на растительном масле. Мясо доводим до готовности, но не зажариваем его. Теперь к нему отправляем лук. И можно накрыть крышкой, чтобы лучше протушилось. Мясо уже готово. Тушилось оно минут 12. Добавляю к нему красный перец болгарский. И сразу же выключаем. 100 грамм любого сыра натираю на мелкой терке. Слоеное тесто один пласт. Я раскатала по размеру формы. Форму смазываю растительным маслом совсем немножко. И укладываю сюда тесто. Осталось нам собрать пирог. Выкладываю мясо. Мясо я еще присыплю французскими травами. Можно любые добавки еще по вкусу. Выкладываем ананасы наверх. Так, равномерно их стараемся распределить. И все засыпаем сыром. И отправляем пирог в духовку. Пирог готов. Выпекался он 30 минут при температуре 180 градусов. Сейчас ему дадим немножечко остыть и попробуем.